Сложная была только что работа предметом. Молодец. Также мы видели, что мяч чуть-чуть полетел далеко, но гимнастка выкрутилась из положения. Также сложная работа предметом. Нужно было еще зажать мяч спиной. Поворот, уходящий в переворот. Неточная ловля в конце, в две руки. Вот такая вот нежная концовка. Интересная работа предметом в начале, в середине упражнения. Чуть-чуть ошибка в конце была, неточная ловля. Мы видели, как она словила предмет. И также мы слышим, что в зале у нас сидит Алия Гараева, призер чемпионата мира, гимнастка, которая представляла Азербайджан. Сейчас она приехала посмотреть на своих девочек, которые также представляют Азербайджан, на свое молодое поколение. Наталья Гарсия получает 47,357. Пока это третье место. И опять же мы слышим, что в зале сидит Наталья Лепковская. Это чемпионка мира. Мы видим, сколько бывших гимнасток и титулованных гимнасток приехали к нам в Киев, чтобы посмотреть на наш чемпионат мира и поболеть за гимнасток. Третий вид. Варвара Филоу. Упражнение с булавами. Ну и вот в начале потеря предмета. Самое главное не поддаться волнению и продолжать выполнять упражнения и просто не думать о той потере, которую она допустила в начале. Сложная ловля. Также видели, что булавы чуть-чуть разлетелись. Танцевальная связка, которая выражает характер композиции. Очень интересный купальник у гимнастки. Настоящий вот так вот из двух цветов. Красивая испанская музыка, также красивое исполнение. Ну, была допущена в начале потеря. Вот сейчас мы увидим. Ну вот вроде бы казалось бы, да, вот предмет в руке, а тут оп, и он уже на полу.
на повторе четко видно, как булавы немножко разлетелись. Вот мы видим у гимнастки на шее украшение. Я не знаю, это, ну, как бы в правилах прописано, что нельзя, чтобы было явное украшение. Если бы это был купальник там с воротничком, вот как у этой гимнастки, то, может быть, не видно было это, а так как у предыдущей гимнастки есть вырез и видно украшение, мне кажется, это будет снято сбавка. Следующая гимнастка из Соединенных Штатов Америки, Жасмин Кербер, готовится к своему выступлению. Хороший поворот, мы уже видели красивые повороты в исполнении этой гимнастки. Умничка, молодец, она справляется со своими поворотами очень прекрасно. Ничего не скажешь, не к чему придраться. Поворот в остановку, в равновесие и еще и во второе равновесие. Обидная потеря. Сложный бросок только что был. Ну и вот такая вот концовка. Яркая очень лента, яркий купальник, очень красивые повороты были, выдержанная форма поворотов. Маленькая, небольшая потеря, но ничего страшного. Мы видим, что у этой гимнастки купальник без рукавов, это также допускается по правилам, и главное, чтобы не было тоненьких шлейчек. Вот мы видим, как было только что невнимательная допущенная потеря, гимнастка не смотрела на палочку, и поэтому лента оказалась на полу. 50,649 тысячных. Пока это первое место, и его занимает гимнастка из Греции. Свой третий вид программы выходит выполнять гимнастка из Грузии. Вот такая вот интересная юбочка у нее. Это также допускается по нашим правилам, но главное, чтобы не была она пышная, такая как у балерин. Поворотов, и в конце она закончила двойным поворотом. Это также очень сложно. Молодец, хорошая была форма поворотов. И сделаны, наверное, все градусы, которые были указаны в карточке. Еще одна танцевальная комбинация.